Доброе утречко. Ой. Забыла диск тебе взять. Да. Хочешь, я тебе вопрос почитаю? Давай. Там был вопрос про Эрика, что думаю про Эрика. Понятное дело, что это все не просто так. Я к тому, что это все с руки заинтересованных лиц. Но также считаю, что он не кристально чист и, как говорится, докопаться есть до чего. Поэтому, если ты уже как бы выбираешь этот путь, то ты должен понимать отчет, отдавать себе отчет, что это возможно, и подтирать хвосты как минимум, и так далее. Вот так вот. Когда новая серия Маскарома? Скоро. Скоро. Губкинские привет из Ноябрьска. А. Так, тут кто-то... А! Это мои. А, да? Да. Губкинский, Ноябрьск. Очень приятно. Куда путь держите? Едем по Вашку. На открытие магазина. Спасибо. Даже мне написали приятные слова в твоем перископе. А почему нет? Будут совместные тренировки в тело время. Совместные с кем? С нами двумя? Солнце просто жжет. Что скажешь про 10-е место Виталика? Ну, плюс-минус так он и стоял. Конечно, когда по форме есть повод опустить, это сразу делают. Вот. Но опять же, искать в этом какие-то политические моменты не стоит. Довольно объективно. Следует понять тот факт, что после там пятерки главной уже не важно там седьмой, там он десятый, двенадцатый, это уже не так важно, там как выпало уже. Вот. И рассматривать там его с девятым, десятым местом тасовать, ну можно, можно. Вот. Например, у Лёши Шабуня. Ну вот про него сейчас спросили как раз. А, вот поздравляю через перископ его, потому что пятое место, это с учетом того, что человек выпал из спорта. Спорта на 2 года и вернулся без всяких, как говорится. Последний старт у него был в Питере, где его очень сильно засудили. И когда я был в Минске на семинаре, я с ним общался, и он очень переживал по этому поводу. Он вообще думал не возвращаться в спорт. Хотя Леша — это целиком и полностью соревновательный спортсмен и живет только этим. Вот. Его это очень задело. Вот. И человек вот подготовился после там 2 лет перерыва, занял 5-е место, поэтому я считаю, что все объективно. Так. Какой вид спорта двигаете? Тут кто-то, ну, не кто-то, тут многие, видимо, не знают тебя. Какой вид спорта? Бодибилдинг. Чередуешь ли тяжелые и легкие тренировки? Да. Не чередую, а скорее интуитивно отдаю предпочтение. Некоторым из недель делаю легкие, но не
не чередую. А почему так мало в Перископ выходишь? Потому что жена у меня там. Тут либо следишь, либо... Меня постоянно смотрят. Ну я, правда, тоже в последнее время редко. Доченька, отлично. Ой, привет, привет, Тома написала. Привет от нас с Софийкой, маму, папу просила показать. Софиечка, привет. Мы заедем сегодня, Том, кстати, после этого открытия магазина. Так, Фатеев говорил, что до 30 лет закладывается база. Что это значит? Что работать только на силу? Нет, это довольно такие расплывчатые понятия. Не только на силу, это преимущественно тяжелые тренировки основных групп мышц, тяжелые, да, это спина, это ноги. То есть закладывать некий фундамент.